Всем привет! Сегодня с вами прогуляемся по Фамилии. В Фамилии очень большой ассортимент косметики, и она, в принципе, стоит намного дешевле. Например, вот такое вот молочко для тела, 219 рублей. Оно есть в разных вариантах, то есть можно для себя подобрать, какое вам нравится. Вот такой вот крем для тела, но я такие маленькие, здесь всего 150 мл, 119 рублей. Стараюсь побольше покупать, мне с дозатором больше нравится. Вот такие вот крем для рук. Я, кстати, удивилась, что есть Консли, тоже крем для рук. Я думала, у них только умывалки, оказывается, у них еще есть и крема для рук. Первый раз увидела, до этого, возможно, просто не обращала внимания, поэтому не знала. 169 рублей цена у таких кремов. Если любите корейские крема для рук, можно обратить внимание. Я как-то пробовала, мне все-таки наши российские крема для рук больше нравятся, чем корейские. Корейские не так напитывают кожу, как мне показалось. Гели для душа. Гели для душа, кстати, очень бюджетные, поэтому самое то покупать как раз-таки в Фамилии. Приличные объемы и по небольшой цене. От Синергетик вот такие вот. Гели для душа. Я, кстати, еще ни разу не пробовала гель для душа от Синергетик. Как-то не дошли руки. 119 рублей. Вот такой 400 мл сета. Ну, здесь, наверное, тоже миллилитров 199, тоже, наверное, 400 мл. Но упаковки, в принципе, такие классные. От BioMio мне очень понравилась упаковка с дозатором. Цена 279 рублей за 650 мл. Он сам по себе очень густой, это видно. И я думаю, что классно. Я вообще люблю BioMio. У них классная химия. Поэтому, я думаю, гели для душа тоже бомбезные. За 99 рублей 300 мл. Вот такой вот гель для душа «Совушка». Классно такие на подарки. Мимимишная. 279 рублей скраб для тела. Вот такой вот алоэ вера гель. Так, это у нас гель для душа тоже. Тоже с дозатором. Кстати, я люблю в душе пользоваться дозатором. Это очень удобно. Пудровая сакура 400 мл. 139 рублей. Совсем недорого. Очень даже бюджетно. И вот такой вот крем-гель для душа за 130 рублей. И они есть в разных вариантах, можно посмотреть и для себя за 139 рублей приобрести. Если аромат не понравится, в принципе, вполне можно использовать как крем, как мыло для рук жидкое. Объем большой, цены супер бюджетные. Вот такой вот гель-крем. Ну, здесь небольшой объем, 84 рубля всего он стоит. И дальше соль для ванны с маслом лаванды. Я, кстати, пробовала вот соль для ванны. Мне очень понравился от Синергетик с магнием. Это у нас мыло для рук. А, это нет, это гель для душа. И вот это вот, кстати, гель для душа очень похож на Head & Shoulders. Очень. За 99 рублей 250 мл. Есть тоже в разных зеленые яблоко, ультра чистый. Крем для рук от Balea. Кремов для рук большое количество, 299 рублей с разными ароматами, можно подобрать для себя. 259 рублей. Вот такой вот 299 рублей. И огромное количество, которые могут только быть. Fanny Organic за 65 рублей. Малюсенькие совсем кремушки для сумочки. В принципе, такие очень даже бюджетные, почему бы и нет. С авокадо, я думаю, более такой питательный. 65 рублей. Вот такой вот кремушек за 69 рублей. Розовый пион. И дальше здесь целая стойка кремов для рук. Как маленькие крема для рук, так, в принципе, и нормального размера 50-75 мл. Цены приемлемые, поэтому вполне можно прийти в Фамилию и прикупить для себя классные кремушки для рук. 59 рублей, вот эту вот марку очень сильно нахваливают, говорят, что супер классная крема для рук у них. 129 рублей, я, кстати, видела в наборах, они намного дороже стоили, поэтому я думаю, 129 рублей это недорого. Вот такая огромная банка, 399 рублей для маска для волос. Здесь 500 мл хватит просто надолго, особенно если короткие волосы. От L'Oréal
Флюид, я так понимаю, 249 рублей. Вот такой вот, от видела я бальзамчик, формула, так, объема. Здесь, кстати, он стоит намного дешевле, 169 рублей. Я его видела за 250 или за 350 в ленте. Ну вот L'Oréal, обычные бальзамчики, это у нас 239 рублей сыворотка. Сыворотка для лица с маслом чайного дерева. Это для воспаленной кожи, для комбинированной, для жирной. Вообще обожаю масло чайного дерева в косметике. Вот такая вот за 239 рублей. В общем, сывороток здесь огромное количество, как и умывалок. Умывалки просто очень заинтересовали некоторые, были такие необычные. 199 рублей вот такой вот гель для умывания. Также вот такие вот малюточки совсем маленькие. Selfie Lab. 219 рублей. Я самая тоже такая интересная пенка для умывания. Очень приятно держать было в руках. 150 мл. И вот такая вот тоже гель для умывания. 229 рублей. Ну, здесь 150 мл, стандартный объем. Ну, в принципе, гели и пенок всегда хватает надолго. А вот такая вот пенка есть для умывания. А, это крем 36+. Средство для умывания и упругости кожи 36+, 299 рублей. Просто редко вижу, чтобы ставили именно маркировку по возрасту на гели для умывания. Это отшелушивающая маска для повышенной эластичности кожи. Тоники. Вот этот вот тоник я ничего не слышала. А, это пенка для мусс для умывания. Меня, кстати, заинтересовало, но я так и не решилась купить, потому что у меня есть в запасе, но очень интересно было. 149 рублей всего стоит, нужно встряхнуть, и оттуда пена идет. А если пробовали, обязательно напишите комментарий, очень интересно почитать. Может, в следующий раз пойду и куплю для себя. И это у нас уже пошли тонеры. Тонеры корейские я просто обожаю за то, что у них огромные объемы. 599 рублей хватает надолго. Вот про такой тонер очень много слышала классных отзывов, но так тоже руки не дошли, я его так для себя и не купила. Пока в запасе есть, в том числе корейские, нужно использовать. 399 рублей, цены более-менее бюджетные. Это у нас парфюм, и это уже пошли сыворотки 36+. Вот так вот она выглядит, состав, если кому интересно, кто хочет почитать, разбирается в составе. $229 такие сыворотки стоят, в принципе, недорого. Ну, здесь у нас дальше пошли просто крема, патчи, умывалки корейские от Farmstay, вот такая вот умывалка. Ну, от Farmstay все умывалки очень ядреные, прям переочищают кожу, 229 рублей. Я один раз взяла, больше не покупаю. И от Consul тоже не покупаю, потому что очень сильно пересушивает кожу. Может, конечно, я просто нарвалась на такую, но нет. Я для своей кожи не покупаю такие умывалки. Если вы любите, напишите, какие любите. Вот эти вот очень красивые, интересные умывалки. Яркие, с вишней, с малинкой. Прям вообще по-весеннему, так весны сразу же захотелось. Ну и здесь состав, в принципе, можете посмотреть, почитать, кому интересно. Вот такая пенка с кислотами. Кислотами хорошо, 599 рублей, они хорошо отшелушивают именно на летний период. Почему? Потому что летом сильными кислотами пользоваться не рекомендуется, отшелушивать кожу нужно. И вот такими пенками самое то, нанесли, минутку подержали. Патчи 319 рублей, и вот такие вот тоже вот есть патчи 319 рублей. Патчей очень много, и все, в принципе, цены у них супер бюджетные, 499 рублей, поэтому рекомендую зайти, присмотреться, возможно, если вы любите патчи. Я знаю, что сейчас многие отходят от патчей, потому что считают это неким баловством, 349 рублей, но я люблю по утрам наклеить себе патчи, так походить. Очень заинтересовал крем, 189 рублей, супер бюджетный, упаковка очень легкая, я так понимаю, что там пластик внутри. Вот такой вот состав, можете посмотреть, почитать, здесь есть немножко и на русском. Вот такая сыворотка 56 рублей,
Ой, 99 рублей, 56 плюс. А бустер для проблемной кожи, растительно-салициловая кислота. Кстати, очень заинтересовал. Кто пробовал, напишите, пожалуйста, отзыв. Очень интересно, потому что необычная такая сыворотка, и объем у нее супер маленький. И это у нас с витамином С, крем-флюид для кожи лица на основе витамина С. Здесь таурат, по-моему, таурин, 799 рублей.